Барин здесь, дорогие друзья, меня зовут Руслан, и вы на канале Самовар Кичен. Рад вас видеть на своем канале. Сегодня мы выехали на природу, приехали к моему другу Виталию и снимаем новый ролик для вас. У нас сегодня будет крутое видео, крутой рецепт. Это самое популярное, мне кажется, блюдо. Это шашлык, соответственно. Шашлык у нас будет из трех видов мяса. У нас мы взяли шею свиную, ребят. У нас, значит, седло барашка. И у нас куриные крылья. У нас будет сегодня три рецепта, три маринада. Я вам все покажу, расскажу. Будет очень вкусно, сочно и мощно. Погнали! Для приготовления сегодняшнего шикарного шашлыка нам понадобится куриные крылья. Это у нас будет куриный шашлык. Свиная шею мы взяли. И также взяли баранину, седло. По специям у нас пойдет паприка копченая плюс острая. Мы уже ее помешали. Хмели цунели, сушеный чеснок, смесь кавказских трав. Укроп, кинза, петрушка. Также нам понадобится черный перец, соль, минералка и лук. Ну что, погнали. Сейчас все расскажу, покажу. Во будет блюдо. Во. Так, первым я мариную баранину. Ребята, смотрите, не придумайте велосипед. Баранина — это то мясо, которое не любит лишних специй. Мы будем использовать для маринада баранины соль, перец и лук. Все, больше ничего, ребят. Больше ничего не надо для баранины. Это делает так вот. Я делаю так. Очень вкусно получается, ребят. А я научился делать так у своего отца. Вот и все. Вот так мы сейчас и сделаем. Погнали. Соль. Все делаю я на глаз, ребят. Я не знаю, сколько соли я добавляю. Я делаю все на глаз. Посолим. Вот так вот. Дальше поперчим. Дальше хорошенько поперчим. У меня здесь 4 вида перца. И будет очень вкусно, ребят. Вот так. Дальше я делаю... Ой, блин. Дальше я делаю следующим образом. Так, все вот это перемешиваю вот так. Вот так. У нас доска, к сожалению, маленькая. В полевых условиях снимаем, ребятки. Так, вот так. Перемешиваю все. И заново солим все это дело хорошенько, вот так вот, и перчим, ребят. Все, вы это можете делать на даче, на природе, с друзьями, вот очень быстро. И будем держать мы этот маринад, ребят, 30 минут, больше не надо, все, 30 минут. Можете час держать, то есть больше часу не стоит держать. Все, бросаем в наш контейнер. Все это дело вот так вот. Все бросаем в контейнер. Лук режем, ребят, полукольцами. Вот так вот. Так, ребят, настало время добавить лук. Вот так мы его делаем. Лучок у нас. От лука нам нужен сок, ребят, сок. Вот так вот. Массажируем, массажируем, делаем массаж. Делаете вы массаж своим любимым женам? Вот так. Все, ребят. И все это я перемешиваю вот так. Не стесняемся. Что-то упадет, что-то поднимем. Ничего страшного, ребят. Вот так. И... Ребят, убираю все это на маринад на полчаса. Дальше начинаем, приступаем к шее свиной. Маринуем шею. Погнали. Так, ребят, настало время шеи свиной. Значит, что мы делаем с свиной шеей? Значит, как я делаю, опять же, показываю. Я режу на стейки. Вот так, где-то в 2 пальца, вот так. Холодно у нас, друзья. Режу на шею, на стейки. Вот так. Все, теперь, значит, что я делаю? Теперь беру кусок, вот так, и из него делаю 2 куска. Вот так у нас будет, ребятки. Вот так у нас получится. Какой-то на 2, какой-то на 3. Раз, вот, чтобы на шампуре оно удобно держалось. Вот так. Значит, для маринада свинины
Опять же, есть много разных рецептов в интернете, все люди делают по-разному. У нас будет наш вариант, это, значит, добавление, мы добавим, значит, соль обязательно, черный перец, и добавим еще мы смесь кавказских трав, и, естественно, лук. И можно шею размягчить, как бы оно и так мягкое мясо, мы добавим немножко минералочки для антуража, скажем так. Так что сейчас посмотрим, будет все вкусно очень. Погнали, готовимся. Нарезаем мясо. Полный рецепт будет под видео. Напишу там, сколько мы использовали мяса, какой вес и так далее. Все будет в описании. Вот так вот, красавцы такие. Маринуем свиную шею, ребят. Также солим. Я взял специальный поднос, он побольше, поудобнее. А потом закинем для маринации уже в контейнер. Вот так солим. Ай, какой будет шикарный шашлык. Перчим. Бомба. Значит, смесь кавказских трав. Вот так вот. Ветер у нас еще. От души делаем, ребята. От души шашлык получится. От души бомбический вообще. Очень ароматный, вкусный, сочный. Все, и это все мы вот так берем, вот так, друзья мои, и переворачиваем, вот так. Так, перевернули, и то же самое делаем еще раз. Тоже взяли, ребят, две головки лука для свиной шеи, тоже режем полукольцами. И также будем сейчас делать нашей шее свиной массаж, как я вас учил. Так, все, переставляем это сюда, друзья мои, вот так, чтобы удобно было. И вот так все это дело. Вот так вот. От души, как говорится. Вот так. Все. И это все мы сейчас вот так мешаем. Вот так вот. Стесняемся, мешаем. Вот так вот. Так, сок. От лука нам нужен сок, ребят, сок. Все. Свиную шею тоже будем держать где-то 30 минут, час маринад. Все, бросаем в контейнер. Вот так вот. Готово. Все. Ребятки, финальный штрих. Добавляем минералочки в свиную штейку. Все, хорош. То есть меньше, чем 0,5, ребят. Этого будет достаточно. Ваше здоровье, друзья. Холодно. Бомба. Так, ребят, настало время маринада куриных крыльев. Значит, смотрите, вот эту фалангу, ребят, вот эту, она нам не нужна, мы ее отрезаем. Вот так отрезаем ее. Вот так вот. И, значит, маринад у нас будет куриный. Для маринада у нас будет использоваться паприка двух видов, острая и копченая. Еще раз, значит, сушеный чеснок и хмели цунели. Соль, перец, я думаю, можем добавить, можем не добавить. Это как по желанию, ребят. Главное, вот эти фаланги убрать, ребят. Они нам не нужны, будет гореть на костре. Так, убрали мы все фаланги, ребят. Сейчас берем большой поднос наш, многоуважаемый. И маринуем куриные крылья.
Маринад тоже очень вкусный, простой и сочный. Солим. Вот так вот солим. Дальше у нас пойдет перец. Два вида. Паприка и острый перец каенский. Вот так. Я уже представляю, какая будет вкуснятина. Вот так. Дальше берем чеснок. Тоже от души. От всего сердца. Вот так. Вы не бойтесь, это немного, ребят. Это все при маринации, это все впитается в крылья. И хмели сунели, ребят. Тоже даст свою изюминку нашим крыльям. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая. А аромат как передать? Как передать аромат? Это я не представляю. Бомба! Друзья, все-таки я думаю, надо немножко подсолнечного масла добавить, чтобы все это специи подружились. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Все. Значит, все это мы перемешиваем. Также переворачиваем. Вот так все. Вот так. Все. И то же самое. Делаем ту же самую процедуру, ребят. Солим, перчим. Перчим, кстати, я забыл поперчить. Давайте поперчим еще. Хуже не будет, точно. Сейчас еще посолим. Паприка и хмели сунели. Друзья, замариновали мы наше мясо. Пока у нас мясо будет мариноваться, давайте вкусный чай заварим в нашем самоваре. А чай у нас будет травяной. Из чабреца и из липы. Травяной чай, друзья, и инжировое варенье. Кайф. Ну что, друзья, настало время жарить наши шашлычки. Насаживаем, значит, первое пойдет у нас шейка свиная. Мой совет вам, значит, старайтесь куски насаживать на шампур одинаковые. Если у вас разные куски, то крупные мы насаживаем сначала, а мелкие мы насаживаем позже. Чтобы можно было мелкие, они приготовятся быстро, их снять, а крупные еще пожарить. Понимаете, да, вы меня? Вот так у нас маринад вообще получился бомба. Ароматика просто божественная. Вот так, я думаю, будет хорошо. И все, дальше также мы насаживаем. Вот так вот. Так, следующее, ребят, насаживаем баранинку нашу. Баранинка молодая, седло мы взяли. Так вот, через косточку. Сейчас, вот так вот. Любит кто-то баранину, кто-то не любит баранину, но молодой барашек — это всегда очень вкусно, ребят, поверьте. Не бойтесь, готовьте баранину.
Это очень вкусно. Мои друзья, которые сегодня будут дегустировать вместе со мной, они подтвердят это. Баранинка просто огонь. И смотрите, держите расстояние между мясом, чтобы прожарилось мясо. Это тоже важный момент, ребят. Чё, с Богом, друзья. Свининка. Сейчас. Мангал у нас полевой. Но главное, чтобы вкусно было. Всё, ребятки. Друзья, когда готовим шашлык, мы не отходим от костра. Все время надо будет его переворачивать и следить за мясом. Так, значит, друзья, мы сейчас приготовим к нашему мясу такой небольшой гарничик. Взяли крымский лук. Дальше мы этот лук берем, ребятки. Сюда весь вот так вот добавляем сюда винный уксус 6%. Вот так достаточно, еще чуть-чуть солим. Перчим. И все это мешаем. И это будет супер закуска к мясу нашему. Сейчас он настоится, немножко подружится лук с уксусом, и будет бомба. Просто огонь. Друзья, смотрите, как проверяется готовность шашлыка. Если вы сомневаетесь, можно сделать надрез. Вот смотрите. Ну еще чуть-чуть подержим, 5 минут, и мясо готово. Шашлык готов. Вот он, надрезик. Чтобы сочный был. Еще надо чуть подержать, мои хорошие. Ничего страшного. Ребят, самые вкусные моменты начались. Это у нас баранина самая первая будет готова. Значит, как я делаю у меня в семье? Я ставлю сюда лаваш на дно нашего этого, да, кастрюли. И беру вот так кусок лаваша. Смотрите. Вот так вот. И снимаю шашлычок. Все. У нас баранина готова, нам надо все это быстро сейчас снять. Вот так вот. Ой, какой аромат. Сейчас набегут наши друзья. Баранина готовка. Так, ребят, ну вот, готов у нас шашлык из баранины и свинины. И изюминка нашего шашлыка, это в нашей семье мы всегда добавляем гранат, зерна граната. Вот прям берем вот так и добавляем, не жалеем. Вот так вот, мои друзья. И дальше что делаем следующее телодвижение, скажем так. О, погнали. Чтобы они все подружились. Смотрите, какой аромат. Пах, 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 пах. Посмотрите, как прожарилось мясо, ребят. Смотрите, смотрите, сок течет сочно. А с этим лавашом это просто бомба. Огонь. Дальше идет курица, ребят. Насаживаем курицу, ребят. Это проще простого. Ничего сложного. Ничего сложного. Главное желание, ребят. И все получится. Вот так вот. Все на одну сторону насаживаем, соответственно. Понимаете, да, вы меня? Вот так вот. Курица получится вообще шикардос. Просто шикарная. Вот так вот. Холодно, холодно, друзья мои. Но мы вот так раз.
Готова наша курица, ребят, крылья наши. Запах бомбический вообще. Смотрите, как все прожарилось. Как себе домой заходит. Все. Ну что, друзья, готовы наши шашлычки. Сегодня мы потрудились на славу. Приготовили три вида рецепта, три маринада. Давайте пробовать, дегустировать, ребят. Вот гости, сейчас будем пробовать. Берите, это баранина, свинина, шейка и курица. Так, крылышко возьмем. О, посмотрим, что у нас получилось. О, сочное. Соленье. Сочный шашлык, бомба. О, седло. Седло. Ой, барашек. Прожарилось. Вообще. Тает во рту. Можно еще вот так вот. Оп. Ребятки, очень хорошо. Курица. Соус кому, ребят? Соус, да, можно соус. Оп. Бомбический. Курица вообще огонь. Да. Курица огонь. Ой-ой-ой, как вкусно. Просто шикардос. Соус острый. Ну что, давайте. Раз пошла такая. Еда вкусная. Надо ее продегустировать нормально. Так. Ну что, друзья, спасибо вам большое за то, что вы посмотрели наш ролик до конца. Очень вкусный рецепт получился, реально, маринад супер, ребят. Я вам рекомендую простой и очень классный маринад. Попробуйте, пожалуйста, сделайте для своих друзей, для своих близких. Попробуйте так обязательно приготовить. Полное описание рецепта будет под видео. Я вам всем желаю здоровья, мои хорошие. Будьте здоровы, не болейте. Готовьте вкусно, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Давайте, ребят, за сегодняшний вечер. Уф. Баранинка. Во! Во, получилось, друзья. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Бомба. Просто бомба. Смотрите, как свининка у нас получилась. Шеечка. Смотрите, какая шеечка. Mm-hmm.